Жертвы двое парней. Тела полностью обескровлены. Следы от укусов есть, значит, они кому-то принадлежат. Или какому-нибудь зверю, или... Или вампиру? Ты серьезно? А что, в Москве перестали убивать? Раз вы к нам приехали. Да нет. В Москве с убийствами все в порядке. Фух, прям отлегло. Значит, из Москвы следователя принесла нелегкая. А если дело будет громкое? Хранитель объявится. А давайте мы вашего щенка с собой заберем. Не мы это. Я же всегда был за вас. За людей. А мы убийца найдем. Если это один из нас, я сам приговор исполню. Вот этими руками. Неделя у вас. Долгих вам лет жизни, Деслава. Не, ну ты все-таки дебил. Москвич говорил, что подобные убийства уже были. Надо его контролировать. Очень важно, чтобы нас никто не узнал. А не боись, Жантик. Скоро дармоедов-то поубавится. Да? Сплюньте. За пальчиком следим? Где? В Смоленске. Ты получил по голове, а потерял сознание. Познакомься, это мой дедушка. Здравствуйте. А это мой брат, Женек. Ну, Жан Иванович, ты уже знаешь. Холестерин повышен. Молодеет. Атеросклероз. Это кто? Бывшая жена дяди Жана. Странная она какая-то. Потому и бывшая. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги подают они. Преисподняя. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз. А вот нафига вам этот гроб нужен? Вы же сами говорили, что чеснока боятся и в гробу спят. Фигня полная. Ты не путай. Что фигня, что традиция. Атеисты тоже в Бога не веруют, а яйца на Пасху красят все равно.